Песчаная акула обитает в тропических морях, кроме восточных вод Тихого океана. Чаще всего встречаются у песчаного дна вдоль береговой линии, благодаря чему получила свое название. Известны случаи нападения на человека, поэтому признана опасной. Средняя длина тела около 2,5 метров, вес 130-160 килограммов. Самки в размерах превышают самцов. Единственная акула, способная заглатывать воздух, накапливая его в желудке, для регулирования своей плавучести. Эти акулы не способны быстро двигаться и обладают незавидной реакцией. Поэтому для результативной охоты, часто собираются группами. Питаются кистевыми рыбами и ракообразными, сами по себе не агрессивны. Случаи нападений чаще провоцируются самим человеком, легко уживаются в неволе, из-за чего часто содержатся в океанариумах. Данный вид относится к уязвимым и приближается к грани вымирания. Поэтому, согласно действующему законодательству, любая пойманная песчаная акула должна быть немедленно выпущена.